Всем привет, ребята. Анекдот. Короче, сына Болтус, лет там 18, приходит к отцу. Говорит, батя. Он говорит, что такое? Он говорит, батя, слушай, такая штука. Короче, девушка от меня залетела. Надо денег на, ну, на набор. Батя такой, мудак такой, достает денег, сколько надо, отдал ему, тот свалил. На следующий день опять сын заходит, видно, что с бодуна, говорит, батя. Батя такой, что опять? Он говорит, да мы на радостях с пацанами так отметили, что нашу дачу трехэтажную спалили, даже фундамента нет. Батя такой закурил, говорит, да, тебе осталось только дерево выкопать. Друзья мои, всем привет. У нас оператор ржет, но обязательно посмотрите вот этот анекдот. А еще лучше, вот эти два плейлиста, там очень смешно. Баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан.